Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Притча называется «Сначала сами попробуйте». Однажды Мулан Насреддин, странствуя по свету, забрел в деревушку, где жили уж больно прижимистые люди. Мула всеми правдами и неправдами старался раздобыть у них еды, но те прогоняли его прочь. Тогда Мула притворился безумным и пошел по улочкам селения, выкрикивая: «Хочу есть! Хочу есть! Дайте мне хлеба, сластей, навоза! Дайте навоза, хлеба, щербета! Я съем все это! Дайте поесть!» Решив позабавиться, люди принесли все названное Мулой. Подталкивая друг друга локтями, они стали пересмеиваться. «Давайте посмотрим, как этот безумный собирается съесть навоз в щербете с хлебом или без». Мула съел все продукты, а к навозу даже и не притронулся. «Ты что это?» – разочарованно спросили селяне. «Ведь ты обещал съесть навоз». «Да как-то подозрительно он выглядит», – ответил Насреддин. «Сдается мне, что вы его отравили. Сначала вы сами попробуйте, тогда и я не откажусь». А вот такая притча, она называется «Сначала сами попробуйте».